Всем чувачки, с вами Алскел. И сегодня у нас будет Roblox, но он будет в VR. А, и со мной сегодня Настя. Всем привет, с вами Нося. И сегодня мы с Носей будем издеваться над вами, над тобой. В VR-игре. Здесь реально сделали игру, в которой нужно издеваться. Чего ты трясешься? А у меня голова трясется, но походу просто это отдает на VR. Всем привет, с вами эпилептик Ностя. Да я не знала, что это так реально это. Так, я готов приглашать наших подписчиков, они тоже у нас будут маленькие. Если вы не смотрели предыдущую часть, как мы играли в VR, ссылка будет в описании. Там было очень угарно. Тут должно быть еще смешнее, так что смотрите обязательно. Смотри, сразу полетели. О, какие малютки. Господи, меня сейчас тошнит. Пипец, вас много, ребята. А ты где, Настя? Я вверх, посмотри. Так, а ты где? Лайки. Лайк. Ну, типа, чтобы все сразу же ставили лайки, все правильно, вот. Капец, ты посмотри, сколько здесь людей, это капец просто. Смотрите, какая это огромная зона, в которой реально сделали все для того, чтобы просто издеваться над всеми. Откуда у меня опять на руке кто-то? Давай сравним, у кого лучше. Мне кажется, моя моделька намного-намного лучше, она вон такая прыгучая, такая вот забавная. Дайте я за ушком почешу. Я тебе могу в глаза вставить пальцы. Чупах, ты убит. Смотри, куда хочешь пойти сначала? Смотри, можно взять фейерверк, допустим. Подорвать их? Да. Воу, какой он красивый, давай еще. Ай, смотри. Ай, что ты делаешь? Я испугалась. А что уточка делает? Уточка? Наверное, просто уточка будет. Давай вот так вот, смотри, вот так. Что ты делаешь? Капец, у тебя на руках людей сидит. Что, два человека? Три. Ну-ка, отдай, я вообще не понимаю. О, забирай. Забирай, мне не надо, спасибо. Антон, у меня к тебе подарок, смотри. О, а туда можно подписчика поставить? Подожди. Ой. Теперь у нас есть снежный шар подписчиков. С подписчиками. Пошли всех набирать. Девочки, не завидуйте, я на ручках. Санта-Клаус пришел, прыгаем. Не-не-не, не надо, Настя, не надо. Я хочу снежный шарик с людьми. Всех это взяла. Что, так плохо? Я всех на руки погнала сразу, смотри просто. Отсюда, ски, ухи. Убери, щекотно, убери. А тут спаси. Я ничего не могу сделать, они сами прилипли, я не могу избавиться. Забери. Теперь они у меня на руках. Подожди, у меня есть предложение. Настя, как от них избавляться? Но это будет немножко как бы живодерство. О, минус один. Давай их топить. Давай. Все, вроде бы руки чистые. Откуда ты? Почему вы у меня на руках вообще? Вы должны быть на земле. Тебе подписчика какой прожарки? Средний? Или прям зажаристый? Я хочу пиццы. Можно, пожалуйста, медиум? Какие чистые руки. Да почему? Откуда они берутся? А то это как это? Это как родинки, привыкай. Как занозы скорее. Слушай, а может собаке можно ее скормить? Собачка. Что? Чего? Че я сделал? О, где она? Ты че с собакой сделал? Что это? Собака! Я думал, она живая, ее можно типа кормить, а я ее в руки взял. Отцепись. Хочешь? Настя, не надо мне собака. Это выглядит как, я не знаю, курочка. Так, что тут у нас есть еще? Есть блендер, Настя. Хочешь приготовить, может, какого-то? Вот это вот, допустим, подписчика. Коктейльчик хочешь? Кто-то. Ну-ка. О, минус один. Оп, я пытаюсь взять, не берется. Она нихуй, она прилипла. Вот так у тебя тоже еще один есть. Я хочу добавить грушу. Антон, извини. Настя, кто теперь это пить будет? Ты. Ну, грушу хотя бы можно было добавить. Ну, типа, чё вот эту красную жижу пить? Чё страшного, ща, мы еще добавим. Да брысь отсюда, Я странно выгляжу со стороны или нормально? Чуть-чуть там колдуешь сейчас. Стасян, что ты здесь делаешь? Я Стаса скину ник, он ползает. Пожалуйста, Стас, держись. Прости, Настя. Это был мой парень. Больше парня нет. Забери его, правильно, что ты сделал? Отмена, кнопку выключить. Да все, его уже нет. Смотри, какая жижа зато. Пахнет Стасом даже немножко. Ты не знаешь, как он пахнет. Слушай, мне кажется, это хорошо, что я не знаю, как он пахнет. Смотри, это был Стас. Как тебе он? Смотри, похоже? Понюхай. Пахнет. Антон! Ты давно не был в Украине? Держи яблок. Ой, это буряк. Какой буряк, это лук? Нет, это буряк. Какой буряк, это лук? Забери буряк. Не, будет борщ. На, забирай. Будет борщ. Так, что тут у нас еще есть? Есть пицца. А что, кого-то можно кормить? Я думаю, что можно кормить только тебя. А-а-а.
Я тебе прям в мозг ее вдавил. Сегодня мы приготовим борщ. Ну давай. Давай приготовим борщ в Roblox. Так, это, кстати, это лук. Лук не добавляет? А, не, немножко добавляет, ладно. Опа. Давай, сюда морковка. Так, хорошо. Я положила морковку, что еще надо? Так, у меня подписчиков на руке все больше и больше, меня это пугает. Так, морковку я положила, смотри, ложу еще это, кладу картошечку. Да, получился супчик. Она выкинулась, Антон, картошка выкинулась. У нас есть еще, у нас нет свеклы. Нас... Какой виноград ты добавила, я не понял, какой виноград? Надо добавить немножко соли. И грибочек, грибочек, грибочек. Вот так, соли, ладно, всю соль добавим. У нас нет свеклы, поэтому я предлагаю красный цвет добавить чуть-чуть другим способом. Там как раз их двое, класс. Прыгайте все, прыгайте. Я хочу более наваристый мясной борщ. Давайте, давайте. Так, ну чё? Раз, два, три. О, вау. Борщик. Настоящий. Украинский. А можно как-то взять? Ты тут что забыл? Что ты тут делаешь? Иди сюда. Подходи, подходи. Слышь, да, давай на кулаках. Не надо, не надо меня бить. Не надо, не надо. Я уже взрослый, Антон, нельзя. А ну подошла. А ну подошла. Убегаю. Секундочку. Лобешник на лося давай. Ау, это было больно. Ты меня в нос ударил. За что в нос? Так у тебя носа нет, поэтому я тебе хочу хотя бы шишечку туда сделать. Да прыгайте, блин, отцепитесь от руки уже. Давай нож, возьми нож. Ну-ка, давай. Где нож? По тобой. Вот, на столе. Давай, фигач. Только не руки мои. Слушай, не работают. Ау! Да почём? Да она не режет ничего. Да, я грязный, помойте меня. Помойте меня. Плюй. У нас водички нет в этой игре? Еще. Сильнее. Давай. Получилось? Вроде мы этой. По-моему, оплевала знатно. Мы тараканы. Кто-то пишет, в смысле таракан. А на сковородочку никто не хочет. Давайте. Мы с ней не хотим, вас никто не спрашивает. Поехали. Спускаемся, девчонки. Подожди, я там поставил поджариться, и он реально потемнел. Что? Как так получилось? Он чернеет. Чью? Игра? Пожарен? Что? А, он белый. Это волосы. Я уже подумал. Боже, осуждаю. Я реально думал, что я черного человека поджарил. Тут у нас микроволновка. Open. Залазьте. Прыгайте. Так, все. Быстро, Настя, закрывай. Класть. Ой, Настя, прости. Антон, пока. Антон, мне больно, тут жарко, Антон. Блин, а вы реально там какие-то эффекты еще делаете? Так смешно, голова торчит. Антон! Че ты краснеешь? Настя, ты краснеешь? Ты меня убить хочешь? Ой, у меня голова болеет, начинает. А так? О, так ты можешь вылететь. Как больно. А ты смотри, там реально как ребята больно. Горят. Они реально горят. Да, там кто-то сгорел. А я горела? Там сгорел кто-то реально. Ты видишь? Смотри. Черные. Они почернели, реально. Офигеть. Развалился. Что вы сделали? Ой, тебе немножко даже жалко, ну совсем черные мы, что вы сделали? Антон, они в уголь превратились. Спасите, пукан подгорает. Вырубай, открывай, все. Спасаем. Почернели. Они черные. Офигеть. Это уголь. Простите, ребят, ну теперь так. Опа, Антон, это в будущем. Я что, офигела? Да чего? Смотри, как похож, подбородков столько же, ты вблизи такой же. Извините, иначе пальцем застрелю сейчас. Что он делает? Чего? Он съел кого-то. Еще хочешь? У меня тут целая ладошка. Ну-ка, рот открывай. Они засовываются или нет? Смотри, вот тарелки вперед. Настя, мне страшно немножко. Реально же на меня похоже. Не, ладно, не похоже. Вот этого чувака вообще прям жаль. Держится 228. Помним, любим, скорбим. Офигеть. Слушайте, если сейчас кто-то, кто смотрит этот ролик, не подписан, обязательно подпишитесь, иначе я вас скормлю этому чуваку. Если вы не подпишетесь, то у вас есть такой же чувак. Так что, если вы еще не подписались на канал, обязательно подписывайтесь. Так будет с каждым человеком, который не нажал лайк и не подписался. Он не подписался, мы знаем это. Ого, тут стиралка есть. Давайте, залазьте все. Антон. А, опа. Я тебе не говорила, но я да. Ты стал дядей. Ура! Нет, Антон, да, это мой ребенок был. Кстати, это ребенок. Это младенец в желтом, только не в желтом. А в коричневом. Антон, господи, как это ужасно. Останови. Помянем. Вот Настя добрая, говорят. В смысле добрая, это нифига. Ты же сказала помыть ребенка. А ты там всех поубивал. Мы моемся. Уйди, не подглядывай, мы моемся. Ты как маньяк какой-то. Подглядываешь, маленькая кошка, не надо. Смотри, я ребенка помыл. Ура. Положи ребенка к ребенку, теперь у меня двое. Ура! Нет, Антон, не смей! Я хочу попробовать! Что? Нет! Ой, руки тянутся, смотри! Господи! Настя!
Настя, ты чё за игра такая? Ты офигел? Осуждаю вообще, ты чё охренел? Ребёнка съел? Я ухожу отсюда. Чего? Нафиг? Опять на руке кто-то. Боже, мне бухает. Пипец просто. О боже, он до сих пор ест наших подписчиков. Не-не-не-не-не, до свидания. Смотри, здесь какая крутая штука. Это типа бар. Ребят, хаус. Заселяемся. Коттедж, коттедж, ребят. Давайте, туса, выходите. Это наш Dream Team House. Выселитесь отсюда. Идите на кухонку, приготовьте еды. Слушай, они прилипли ко мне, не хотят. Смотри. Кто-то какает, Антон, кто-то какает. А в чем мы смотрим, я не понимаю. Надо отвернуться хотя бы. Прикольно, она потужилась. Она опять какает. Давай смотреть за человеком, который какает. А ты как какаешь-то? Думаю, приятно. До этого она кричала. Занята. Ладно, хорошо. Ладно, ухожу. Уходим. Так уж и быть. Тут смотри, еще один Барби Хаус какой-то. Я о таком мечтала. Идите, рожайте детей. Давайте, размножайтесь. Девочки, это ваша станция, уходите. А потом дети родятся, и мы там чуваку скормим. Ты чё, это слишком жестоко. Тут кто-то поселился. Он опять срёт. Слушай, а чё все срут-то? Как хорошо. Опять кто-то на туалет залез. О, как хорошо. Так, а тут есть какой-то паркур. Нифига себе. Ребят, попрыгали, попрыгали, попрыгали. Давайте, давайте. Один пошел проходить, ура. Давай, у кого-то ракашки быстрее. Моя выигрывает. Нормально, так подписчикам. Таракашки. Прыгайте, я вас подсужу, подсужу. Давай, 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 давай. Опа, ко мне на руку залез. Нет! А? Ты чё? Все, твоя умерла. Ой, еще один. Ой, это нечестно, это против правил. Осуждаю, осуждаю. Так, давай, будешь проходить паркур. Что-то она не туда, особо туда, этого туда, хочет. Давай, давай, туда, туда, туда. Давай, 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 давай. Так, на паркур. Давайте, все на паркур. Она умерла. Вообще нормально. Попрыгали дальше. Попрыгали, давайте, давай, давай. Вот мой, это чувак, это пацан. Мой пацан. Давай, 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 давай. Погнал, погнал, погнал. А моя погнал. Девчонка, давай, я ее подсадила. Вот это ты, а конечно, моя выигрывает, хорош. Смотри. Не-не-не-не-не-не. Ты что делаешь, брызят? Да обалдел! Пацан, ты-то куда? Что-то все умерли. О, она вернулась! Ура! Проходи дальше. Ой, она умерла снова. Извини, пожалуйста. Так, мой вернулся, мой вернулся. Давай! Подожди, подожди, тихо, мой тихо. Вернулся. Так, давай, 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 чувак, только на этот раз аккуратно, аккуратно, аккуратно. Что она не хочет проходить? Мой чувак опять сдох. О, моя пробой-то, куда ты? Ты куда умираешь? Смотри, здесь бассейн есть. Ребята, горки, горки. О, да пошла, ну-ка. Они она застряла, Антон, они застряли. Они по... Ой, смотри. Ого. Они там утопают или нет? Сальто сделал. Они тут плавают. Вау. Офигеть. Я могу их утопить, Антон? Можешь, разрешаю. Разрешаешь, твои же подписчики. Да. Смотри. Смотри, кто-то на машине приехал. Откуда тебе машина? Ты что такая крутая, что ли? Богатенькая какая-то. Офигеть, у них машины есть здесь. Домик на дереве? Садись в тачку. Поехала. Уехала. Купила мама Жигули, теперь я принцесса. Антон, найди меня. Тебе так сложно найти, ты не представляешь. Тут кубик Рубика есть, подожди. Да он уже сложен. Нерабочий. Смотри, тут какая-то еще комната. Запусти их в веб-комнату. Hand-free zone, что? Что здесь? Все умерли, слышала? Здесь бар? Прикинь? Антон, мы от всех избавились. А нет, они откуда появились. Реально руки чистые. Что? Нет, они не умирают. У меня до сих пор по человека. У меня один человек на руке. Мы от них избавились. Ура! Смотри, у них здесь есть город. Я вообще не понимаю, чего. Тут настоящие дома, они знаешь, какие. Они тут жить могут? Они тут реально могут жить. Я могу сделать вот так. Конечно, ты чё? Никакой конфиденциальной жизни. Ну да, ломай, ломай. А чё, нельзя что ли, на? Теперь... Ты чё? Мы город прям ломаем. Ты чё-то не очень красиво, мы поступаем. Тут даже парковка есть, вау. Подожди, знаешь, что я ещё увидел? Пойдём, пойдём. Здесь есть тюрьма. Садитесь сюда, тут весело, тут весело. Ребят, вам понравится. Они оттуда не могут выбраться. А они только могут умереть, прикинь. Откуда нож? Ничего не понял. Тут есть ещё и батут. Ну-ка, давайте все прыгайте. Давай запустим. Вау, смотри. Прыгайте. Они реально выше и выше прыгают. Смотри, смотри, у меня есть предложение. Подожди, Настя. А если просто вот так вот лететь? Смотри внизу, подожди. Запускай. Промазал. Ты ее мимо запустил, поздравляю. Не туда пишет. Давай еще раз. Смотри, как прыгает. Офигеть. Вот это, вот ради этого этот батут и поставили вообще. Ого. Давай, подожди, подожди. Я ее награжу как самую лучшую прыгунью. Иди сюда. Пойдем, пойдем, пойдем. Я хочу ее наградить. В тюрьму посадишь. Нет, Антон, нет, нет. Че, не кормить ее? Нет, не надо, не надо. Она не заслужила. Я дам ему просто понюхать тебя. Кого-то сейчас съест. Предлагаю наградить ее и отправить в космос. Давай, отлично, хорошая идея. В честь тебя будет фейерверк. Мимо! А, да мне в глаз в левый зачем? Да я не могу попасть! За что? О, вот это было хорошо, лови!
Поймал. Ладно, спасибо тебе большое, что с нами играла, да? В общем, ребят, на этом все. Спасибо большое, что смотрели этот ролик. С вами был Милскел, это я. И Настя. Это я. Подписывайтесь на канал, там внизу есть как бы красная кнопочка, превратите ее в серую. Пока!